А нет, смотрим. А что сейчас стелим? Бумагу, чтобы говно не жрали. Значит, они 7 дней живут здесь, даже 6. Сейчас вот те клетки, что на улице, ставим вот здесь и вот здесь. 3 яруса. И их вот сюда. Угу. А еще через неделю сюда новых, этих сюда, а этих летнюю кухню. Вот. И пойдет оно по этапу. А кормление сейчас идет вот с бумаги. Нет, кормушек. С бумаги первые 2-3 дня. Пока научатся клевать. Потом кормушки, ничего больше. Только кормушки. Угу. И что еще? Вот я говорил про камушки. Стелим бумагу, намачиваем камушки, вот те крупнозернистый песок сланцевый, после масла оно блестит и бросаем по бумаге. Идет шелест, и цыплята начинают хватать. У них сразу лучше начинают работать желудки, у них сразу начинает лучше работать зоб, этот камушек забушевелится, и они лучше начинают жрать. Маленькая хитрость, чтобы они лучше... Угу. Так, а здесь сколько всего цыплят? 230 осталось. 230. Потому что всех хроненьких, всех слабеньких, всех, которые какие-то дефекты убрали. Зачем? Птица племенная. Зачем ее держать на племя, если в ней какой-то дефект? Поэтому все лишнее убрали. А себе на еду? А себе на еду тут знаете сколько будет? То есть здесь хватит себе на еду? Хватит. А породы какие здесь? Все, что в сарае. Все, что все то же самое, да? Сейчас тут можно даже взять и посмотреть, что он из себя представляет. Сейчас покажем по цветам. Они все отличаются по тому, что породы. Вот это шоколадный. Вот оно. Опа, растет уже. Это арпентон. Да. Вот это кох. Так, подожди, быстро. Палевый. Только не это самое. Ага. Палевый кох. Сережа, если можно, его разворачивай боком ко мне. Да. Вот это куропатчатый. Вот это петушок, вот это курочка. Это кох куропатчатый. А как уже определяется петушок? Петушок что... темнее, курочка светлее. В месяц будет видно всех. Вот он черно-пестрый. Вот он. Арпинсон. Мраморный. Угу. Вот она, светлая брама. Угу. Вот они, серебряные арпинсоны. Вот они, полосатые. Черные и с белой точечкой. Вот они. Это полосатый кох. Это полосатый арпинсон. Ну так, посмотрите, они одинаковые. Ну да, только лапы. Вот они, голубые кохи. Вот они, золотые. Они отличаются. Эти темнее, эти светлее. Это гуковские, это чисто немецкие. Петухов поменяют через месяц, чтобы было это. Чисто немецкие, из немецкого яйца? Нет, немецких цыплят привезли, сами вырастили, брали маленькими цыплятами. Ага. Вырастили, и получилось это. Ну, вот это черный кохинхин. А у черного кохинхина у цыплят белые? Белая пузо, белые крылышки, когда рождается. А мраморного сейчас покажу. Мраморный совсем не такой кохинхин. Мраморный, вот он рябый, он совсем отличается, у него уже и голова, и пузо, все. Угу. Вот он мраморный. Но это будет очень светлый. Он будет как вот две курицы светлые. Да, да, а да. Все да. Остальные вообще желательно, чтобы было черное, побито, как вот снегом посыпано. Еле-еле, только краешек пера. Угу. Оставим кормушки. И сюда будет тот корм, который мешали. Да, 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 да. Почему? Смотрю, растут слабовато. Добавил чуть-чуть рыбной муки, немножечко гороха, немножечко
сои. Не 15%, а 16%. Все, начинают расти лучше. Смотрю, начинают обгонять. Беру ровно на процент, больше не надо. Убрал того, того, того. А вот сейчас зачем ты убираешь помет? Ну, чтобы нечаянно кто-то не клюнул. Потому что сегодня вечером они будут жить уже в клетках. В клетках на сетке по 30 штук. И тогда я их буду рассаживать, я их буду сортировать. Вот и вот, они разные. Поэтому этого посажу в нижнюю клетку, этого в верхнюю. Разница в клетках будет на градус по температуре. И они уже не будут друг друга долбать. Разные ты имел в виду не породу, а именно разную породу. Порода будет до 1 ноября, все вместе будут гулять. Разные по возрасту. Возрасту. Да, по размеру. Чтобы больше и меньше не обижали. Угу. И вот такое лупится каждое воскресенье. Сегодня мы с утречка выложили яйца. Завтра в 10 забирать. Так что сегодня вечером надо их на ночь. То есть раз в неделю по 200, там, 50, да, 200, да. 250. Да, да, да. Но меньше 200 не бывает. Потому что яйцо чуть покупают. Чуть. Кому-то надо подарить или Магарыч поставить, или еще что-нибудь.